О, женщина, о, тварь, как ты от скуки зла, чтоб зубы упражнять и быть в делах искусной, съедать по сердцу в день, таков девиз твой гнусный, писал Шарль Бодлер. Ну, это немножко чересчур, конечно, но я поздравляю всех женщин с этим прекрасным, прекрасен ли он, праздником, и желаю им всем похудеть. Я себе немножко...